Борьба с коррупцией активно ведется во всех органах государственного управления республики. К примеру, в Министерстве здравоохранения работает специальная комиссия, телефон доверия. Проводятся профилактические мероприятия и внеплановые выездные проверки. По итогам одной из них были выявлены нарушения. Мы доложили руководству республики, по поручению была проведена проверка нашим ресурсным центром. И по итогам проверки мы нашу информацию передали силовой структуре для правовой оценки. В министерстве подчеркивают, часто коррупцию в системе здравоохранения провоцируют сами пациенты, которые предлагают за помощь разные поощрения. Если мы сегодня пришли работать в систему здравоохранения, мы должны работать открыто, прозрачно, честно. Люди приходят с проблемами здоровья. Цены здоровья нет. Поэтому вот здесь принципиально, вот моя личная принципиальная позиция, любой пациент, который пришел сегодня в наше учреждение здравоохранения, должен получать квалифицированную медицинскую помощь.